Ямал наносит комплексный удар по несанкционированным свалкам. Согласно региональному кадастру отходов производства и потребления, на территории округа есть 538 мест размещения отходов. Из них 37 объектов являются полигонами, 45 свалками, причем 25 несанкционированные. Региональные власти решили не оставлять муниципалитета один на один с проблемой, тем более, что речь идет о значительных затратах. Стоимость окружной целевой программы на период 2012-2014 годов составляет порядка 170 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. В рамках комплексного решения вопроса в ряде муниципалитетов, благодаря окружному финансированию, приступили к созданию генеральных схем очистки территории. Сегодня такие документы разработаны в Муравленко, Губкинском, Лабытнанге и Ноябрьске. Речь идет о комплексе тактических и стратегических шагов, а именно ликвидация несанкционированных свалок, экологической очистки территории, налаживание системного экологического мониторинга, а главное — создание инфраструктуры вторичной переработки отходов на Ямале. Структура отходов производства и потребления на территории автономного округа на протяжении нескольких лет остается практически неизменной. Основные производители – предприятия нефтегазового комплекса, в результате хозяйственной деятельности которых образуется 59% всех отходов. На втором месте – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на долю которых приходится 13% отходов. На автотранспортных и строительных предприятиях образуется 11,9% отходов соответственно.